Здравствуйте. Вот на полуострове Ямал пару лет тому назад обнаружено было, замечено уникальное явление. Образование гигантских воронок. Даже, собственно, не воронок, а неких таких провалов в земле. Вот на картинке одна такая воронка. И видна ее структура. Да? Места те очень малонаселенные, поэтому обнаружить такого рода воронку достаточно сложно. Обычно ее обнаруживают такого рода воронки, так сказать, вертолетчики, пролетая. Но благодаря тому, что на Ямале все больше и больше активность человеческой деятельности, все больше и больше вертолетов летают. Там, говорит, есть газовые запасы на Ямале и так далее. Так вот, что же за сила их сотворила? Я беседовал с глицеологами, теми, кто изучает вот вечную мерзлоту, лед. И я кое-что от них узнал про эти воронки. Ну, во-первых, воронки – это не космического происхождения, то есть это не результат падения небесного тела, это раз. То есть это вот доказано всем так сказать, корпусом геологических данных по этим воронкам. Это раз. Второе – это, значит, некая сила выбросила из земли это все дело. Да? Третье – нет следов какого-то взрыва, то есть нет следов высоких температур. Все, это я все сказал, что есть. Ну, вот видите, вот он, воронка такой, скол с поверхности, потекли ручьи, ну, воронка не совсем свежая, по льду, да, это смерзшаяся ледовая масса, да. Плотность этой ледовой массы 1,2 килограмма на литр, да. То есть 1,2 тонны на кубический метр. Вот такая его плотность. Да? Диаметр таких воронок 18 метров. Глубина, такая вот, которую выбросила, 70 метров. Это приличная глубина. Сейчас я прикину, на 3 поделить. Вот это вот высота. О, это больше, чем 20-этажный дом. Круто. Крутые вороночки, да. И самое интересное, что порода, вот здесь на этой фотографии не очень видно, но разбросана радиусом 120 метров. Их выкинула. Ну, естественно, ну, господи, боже мой, задачка для школьников, да, посчитать энергию, которая пошла на это дело, да, посчитать всякие там силы, давление, которое выбрасывало. Ну, единственная гипотеза какая, набралось под этим вот льдом достаточно большое количество газа. Дело в том, что газ дрейфует, там, так сказать, в трещинах этой ледниковой породы, газ потихонечку выделяется, газ имеется в виду, так сказать, метан. Это же замерзшая, грубо говоря, замерзшее болото, да? Грубо говоря, очень грубо говоря. Торфяная почва же, да? Там есть метан свой. Но первый вопрос такой. На глубине 70 метров какое давление в такой породе? Да очень легко посчитать, да? Каждые 10 метров под водой – это одна атмосфера. 70 метров – да не вода, а в 1,2 раза тяжелее. И получается, что там около 8 атмосфер. 8 с лишним атмосфер. Вот, такое вот давление на этой глубине. 8 с лишних атмосфер. Это вот само по себе давление. Но его выбросило, да? Какая же работа на это пошла? Ну, очень легко посчитать. Вот поднимите весь этот столб так вот, аккуратно на земле положить, как будто это вот землекоп копали, да? Что не землекоп, конечно, копали, а его выбросило, да? Выбросило и раскидало. Раскидало на 120 метров. То есть летела порода на 120 метров. Можно посчитать скорость, которую нужно сообщить такой породе, чтобы ее разбросало на 120 метров. Исходя из этого, получается следующая вещь, что вот в чистом виде та энергия, которая пошла на вот это вот мероприятие, а мероприятие заключалось в том, что выбросили 2500 тонн породы. Вот это все, 2500 тонн породы. В принципе говоря, энергия достаточно была не особенно какая большая. Речь идет о 6 тоннах тринитротулуола. Да? Вот этого достаточно было там жахнуть. Какое же давление должно было выбрасывать эту породу оттуда? Это же как это... Здесь же ничего не взрывалось, это просто был как пневматический пистолет. Вдруг расширилось и выбросило. Да? А давление должно было быть около 30 атмосфер минимум. В общем, не такое уж большое давление. Странно, что у нас этого не происходит, да? А у нас не происходит, потому что у нас порода прочнее. А там трещинки пошли в этом льду, и его и выкинуло, да? А и давление собирается за счет большого количества метана. А у нас этого тоже, слава богу, нет. У нас все только проваливается, карстовая порода. Удачи вам, всех благ.